друзья, какой же все-таки Мерсин огромный. Мы, вот смотрите, второсло разбили дели возле гор почти. И кругом новостройки, кругом дома, почти возле гор. Вы видите? Не заканчивается. И глубину еще, смотрите. Видите? Кстати, мы сейчас приехали к автовокзалу. Едем, едем, конца края нет. А вот и автовокзал, друзья. Мешот называется, Мешот. Делать документы, гражданство. И вот это, наконец-то, ватандашник Мудурнугу. У черта на куличках. Вот сейчас идем туда со Шкымом. Это какой-то кошмар. Ехали, ехали и наконец-то приехали. Друзья мои, вот такая очередь стоит, чтобы поменять карту, но она быстро проходит. А здесь дают бесплатно суп и кусок, и булочку хлеба, такую маленькую. Многие очень берут все бесплатно для людей. Тантуни с мясом мой муж любит. Салатик. А мне сейчас принесут. Покажу, что мне принесут. Приятного аппетита, Ашкетомби. Друзья мои, а вот и моя еда. Тут рис, естественно, я его не поем. Какая вкуснятина. Это донер из того. Поели мы, сейчас хотим зайти в этот магазин. Что-то Ашкебу понравилось. Мужские вещи. Ну что, мы начали, друзья. Какие у меня губки красивые. Катюша моя супермастер. После процедуры пришла такая голодная. Готовлю тесто для оладушек. И знаете что? Нутовая мука. И вот творог, который купили на базаре. Ну, а мужу я жарю вон картофель фри, он так любит. И яйца отварю в смятку. Сижу на вебинаре нашем очередном и рисую алгоритм благодарности. Такой красивый получился. Так мне хотелось нарисовать за все, что я имею сегодня. Очень хотелось порисовать этот алгоритм. Спасибо Вселенной Богу за все. И за мой бизнес. Многие меня спрашивают, где я беру разукрашки для своей нейрографики. Нет, друзья мои, я с чистого листа. Сначала вот так пишу тему, слова. Из чистого листа я рисую. А потом я прорисовываю нейрографические линии, архетипирование и так далее. Такой красивый рисунок получается у меня. Привет еще раз. Небо такое нехорошее. Мы сегодня опять продолжили делать свои документы и отнесли на перевод к переводчику. Вот документов с грузинского на турецкий, 350 лир нам сказали, и так как тут
сожалению, в Мерсине нет переводчика грузинского. Отправят документы в Анкару и по один день будут готовы. Кстати, как вам мои губки? Сегодня вторые сутки, я их смазываю усиленно вазелином со шпилем. Сейчас, наверное, сделаем покупочки и вернемся домой. Впереди, видите, семечка? Мне удивляет, как он столько семитов тащит на голове. И еще руками машет. Вот у него такая вот, видите, участь. Герой. Как ни в чем не бывало. Сегодня мой муж пригласил меня в ресторан с друзьями. Так спонтанно все. Посмотрите, что мне принесли. Это моя еда. Это моего мужа кебаб. Вот такие вот закуски. Ой, как я голодная, мои дорогие. Так нежданно, негаданно вышли. Друзья мои, сегодня я пришла сделать реснички. Друзья мои, когда мне плохо, я стараюсь чем-то себя занять. Вот какое-то сегодня неспокойствие на душе. Душа разрывается на части. Я решила заняться чем-то полезным и рассеять все мои сомнения, плохое настроение. Что я сделала для этого? Я замесила тесто. Посмотрите, какое тесто у меня вышло. Обалденное тесто. Я приготовила вот такое сладкое блюдо. Сама придумывая на ходу. А также я сварила пудинг из банана. И приготовила очень вкусный ужин. И сама его съела с удовольствием. А это было макароны со шпинатом.
Ставьте лайки, подпишись на мой канал, нажми на колокольчик и на все уведомления.